Красивейшее небесное зрелище обещают астрономы этим вечером. Взойдет жизнерадостная луна. Полная и по-особенному яркая. В Москве это случится через час небольшим. Говорят, это будет удивительное шоу. Для тех, конечно, кто его увидит. В столице это вряд ли возможно. Из-за циклона, который принес облачность и дожди. Москвичей погода вообще сегодня испытывает на прочность. Утром резко упало давление и может опуститься до рекордной отметки 725 миллиметров ртутного столба.